И вновь я приветствую вас, мои дорогие друзья. С вами, как всегда, я, Дезер Сьер, и мы продолжаем прохождение Darksiders 2. И что же нас ждет впереди? У меня довольно-таки плохое предчувствие, и сулит оно только плохие эмоции. Хотя, возможно, мы сейчас встретимся-таки с тем, с кем были должны. Совет теперь присылает только одного всадника, даже в прошлое. Нет, это частный визит. На самом деле, никто не знает, что ты здесь. Ни единая душа. А теперь отдай мне ключ, пусть это будет наш маленький секрет. Ничтожество. Совершенная матрица дала трещину, а Весолом был самым сильным из вас. Ты увидишь, что я достаточно силен, Самаэль. Да. Да. Ты преодолел много трудностей, прежде чем предстать передо мной. Но иногда герой в конце погибает. Спроси у своего брата. Ты сам отдашь ключ или мне забрать его силой? Всадник, ты уже знаешь ответ. Да, походу, ответ я действительно знаю. И мне он ни хрена не понравится. Еще как-то непонятно, почему я довольно слабо бью. Ай, тихо. Тихо. Да хорош попадаться под Самаэля. Так, от этого, походу, придется уклониться. Уклонись, уклонись. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ведь эта тупая падла бьет именно меня, что самое обидное. Вообще создается такое ощущение, что мои атаки его фактически не коцают. Это как-то напрягает. О, еще больше шариков, серьезно? Окей. Не, ну я как бы был готов к этому, поэтому я не сильно испугался шариков, но... Тихо. Тихо. Тихо, блин. Понятно. Бить его, короче, только в тот момент, когда он приземляется сам по себе. И отходить, когда он делает вот такую хренотень. Вот, только в этот момент его можно бить нормально. Понятно. Пошел он отсюда. Что, ты серьезно хочешь, чтобы я к тебе подошел? Знаешь, мне как-то это напрягает. По-моему, ты хочешь сделать мне больно. Или... Здравствуй, друг. Что-то ты как-то себя плохо чувствуешь. Но у тебя пол хп, я знаю, что ты еще жив. Ничтожество. И что это было? Ну, иди сюда. Во-первых, ты настолько ленивый, что даже не захотел встать. Во-вторых, где твой, мать твой, смех?
Так, хорошо, я все еще помню тактику боя с ним, точнее, я понял ее. Поэтому я не буду особо сильно париться, мать твою, что это? Да как от этого вообще уклоняться? Тихо. Я все еще помню тактику Б. Так, понятно. Ты хрень, опять-таки, лучше уклоняться. Я понял, как тебя бить. Я понял, успокойся. Да мать твою, как от этого вообще уклоняться? Походу я понял, как от этого уклоняться. Попробуй отыскать что-нибудь. Вот так или иначе. Ну блин, это честное извращение. Недостаточно так. Ярости. Недостаточно ни хп, ни ярости. Тихо. Забавно. Возможно, у тебя это даже получится. В любом случае, это будет интересное зрелище. Так, и скажи, что ты тупо побоялся сдохнуть. Короче, демонический ключ. Это демонический ключ позволяет пройти к источнику душ. Передает подарок. Фолианты отмечены на карте. Та-да-та-да. Что за подарок, простите? Хрен его знает, что за подарок, но... Видимо, сейчас мы поглядим. Вот гребаный гномада. Гномада. И свиток судей душ. И еще нам передали какую-то магию. Какие-то такие нехреновые сапожки, скажу вам, надели. А также, возможно, еще чего-нибудь нехреновенького. Защита плюс овер до хрена и все прочее. Плюс овер до хрена. Реген здоровья. Наспехи здоровья покорителя. Так, ну здесь ничего особого. А что у нас здесь? Серое оружие, оно круче, чем наше, но... Блин, ну клыки и хиты, они все-таки... Имба. Так. И в любом случае, знаете, мне нравится то, что мы с вами... побили этого засранца. Причем, насколько я могу судить, он был немножко нам не по зубам. Жалко, карта, кстати, не меняется. Почему я говорю, что немножко нам не по зубам? Ну, это к тому, что все-таки... Там нет ничего? Вообще, как будто там листок был, нет? Нет. Ладно. К тому, что все-таки мы наносили ему довольно мало урона. Хотя, возможно, это так и должно было бы быть, но окей. Переместившись обратно в будущее, мы видим, что здесь произошли некоторые изменения. Ну, собственно, и логично, как бы. Потому что до этого здесь было все нормально. Здесь не было вот такой вот хренотени. Ну, а теперь, благодаря тому, что мы повеселились, собственно, в прошлом, в будущем нас тоже ждут некоторые изменения. Я еще раз на всякий случай оббегу все эти стороны. Да, поглядеть, нет ли там чего интересного.
Такие дела. Так. Выходим отсюда. Периодически у меня почему-то подгружается игра. Непонятно, в связи с чем это связано. Но окей, мы никуда не спешим. А сейчас-то с чего бы? Кстати, довольно странно. Вообще, по идее, она не должна была подгружаться, но окей. Перепрыгиваем назад. Я вообще-то прыгнуть хотел. Спасибо. Наверх здесь никак, да? Кстати говоря, а как нам попасть обратно? Не, ну, то, что мы можем телепортироваться, оно как бы понятно, но... Ой, зря я похилился. Случайно это, честно говоря, нажал. Ладно, давайте мы с вами переместимся на карту. Посмотрим, кстати, что нам дали. Нам дали еще какой-то зелененький амулетик, который дает нам магию. Талисман обескровленных. Окей, этим мы займемся тоже позже. Левел нам, кстати, не дали. И давайте карту показать, всю карту. И мы можем быстрое перемещение сделать, собственно. Прям-таки к продавцу. К нашему другу, который может нас обеспечить оружием. Мы его тоже можем обеспечить всем, чем надо. Где-то он вот там вот, в общем. Сейчас мы до него доберемся. А заодно, по-моему, отдадим ему что-то у нас там было. Я уверен, что у Вульгрима есть ключ, и просто так он с ним не расстанется. Вот, и сокровищница, как оказывается, это вот это вот. А не то, что я подумал, что в конце там проход и так далее. Ну, вы поняли, о чем я. За ними скоро мы вернемся. Выбирай, что любо твоему сердцу. Да то, что у тебя есть, мне, в принципе, особо-то не любо. Так. Ну, здесь, в принципе, у меня все нормально. Здесь вроде бы особо тоже никаких изменений. Более или менее. Ну да, в принципе, я думаю, что я оставлю все как есть. Единственное, что я куплю у него... Два зелья здоровья. Надеюсь, тебе не придется это использовать. Знаешь, тоже надеюсь на то, что мне не придется это использовать. Но тут, как всегда, все бывает не так, как нужно. Так, и нужно посмотреть, что же нам за подарочек там прислали. Давайте глянем. Так, Архангел Дипломат. Нет. Все не это. Вот, от кого подарок неизвестен. Этап 3 открыт для вас, дабы вы могли продолжить путь и покорить горнила. Взяли с вами. Вот такие вот дела. Ой, ну да, сетевых у меня же нету. Все приходит с дисциплиной и умением владеть собой. Ваш геройство в бою дает вам шанс проверить эти качества. В горниле открылись новые испытания. Окей, в горнило мы еще сходим, ну а пока что предоставим себе возможность повеселиться и походить куда-нибудь дальше. Ну, по сюжету, естественно. Мне придется идти одному. Уверен? А если так? Ключ у меня, старейший ворон. И ты наконец-то сможешь войти в источник душ. Но имей в виду, обратного пути не будет. Я уже так далеко зашел, старейший ворон, что не поверну обратно. Берегись, всадник смерти. Темная сущность охраняет источник, и семена порчи притаились внутри. Источник осквернен. Но теперь тебе будет противостоять не безымянное нечто. Порча выбрала себе защитника, который откликнется на ее призыв. Значит, я постараюсь покончить с этим здесь и сейчас.
Помни все, чему ты научился, всадник. Порча — это конец всего сущего. Смерти. Древо, ключи, источник. Почему меня не покидает чувство, что ты меня испытываешь? Тебя испытываешь, друг. За то, что ты совершил. За то, что тебе пришлось сделать. Теперь тебя ждет последнее испытание. Шли ты смерть или подаришь жизнь? Знаете, я так понимаю, что это конец. Нет? Просто если это конец, то, ну, в смысле, ну, понятно, что это, по идее, не конец, но в общем-то, я хочу пойти как-то побегать по миру, еще поискать того, что мы не нашли и так далее. Ладно, давайте попробуем пройти туда. Если это конец, то я просто тупо откачусь и выйду, и как-нибудь что-нибудь сделаю. Так. Пока непонятно. Источник душ. Что же нас ждет дальше? Тебя не удивляла смерть, почему ты цел и невредим, а все вокруг тебя сохнут и гниют от порчи? Не потому ли, что ты уже был отмечен грехом предательства? Как ты можешь победить то, что уже поселилось в твоем сердце? Ты не сможешь остановить меня, не обрекая свою душу на вечные муки! Значит, так тому и быть. Так, надо понять, как с ним работать. Не так, я уже понял. Когда он на себя так прыгает, нужно, короче говоря, с ним работать как раз-таки. Хрена у него замах. Он, знаете, мне кого сейчас напомнил? Я понял, откуда слезали Гороша. Ощути силу, которую знал. Я понял, откуда слезали Гороша, ребят. Ну, поняли. Порча, все дела. Ну, в общем-то, вот Горошек. Вот он пришел отсюда. Теперь это все вполне себе ясно. Я понял также, что все это дело у нас с вами является концом игры, насколько мне понимается. И насколько я понимаю. Ну, хотя я могу, конечно, ошибаться, но неважно. Суть в том, что я сейчас пойду гулять по остальному миру, который нас ждет. И, наверное, там уже будет все это дело более интересно. В том числе и по лабиринту Судьи Душ, и по оставленным нам в горниле каким-то местам. Начну я, наверное, с горнила. Кузнечные земли, да. И там мы уже с вами будем веселиться. Вот мы попали в древо жизни. Теперь все эти врата нам открыты. То есть во всех мирах они открылись единовременно. Только здесь нет порчи. Вот, конкретно в этих вратах. Хотя, по идее, порча здесь должна быть. Что, собственно, странно. В любом случае, продолжение следует. Спасибо за просмотр, мои дорогие друзья.